Бонжорно, домовладельцы, с вами Соболев, это СДК Алмаз, и сегодня мы запускаем наше реалити-шоу. Короче, какое оно? Мы будем строить дом в 60 квадратов, наш самый любимый, с тремя спальнями. Это будет теперь наш шоурум в нашем лучшем поселке, каком? Правильно, в Журавле. Что мы делаем? Мы тут собрали специально в три отдела. У нас сегодня Мария — это маркетинг, Ольга — это продажи, и Александра — это архитектура. Ну, и я, собственно, без отдела, но я без этого тоже нормально живу. Мы собрались для того, чтобы максимально описать эргономику этого дома. Я искренне считаю, что этот дом, за ним будущее, потому что это квартира, но очень сложная задача, потому что там три детских обычно в квартире, три спальни. Обычно в квартире три спальни не делают, а мы вот сделали. И по этому поводу мы сейчас максимально вот эргономично этот дом разрисуем на четверых и построим. И покажем, что абсолютно все места, которые вам пригодятся в вашей жизни, и полноценная кухня со всеми ништяками, и глажка белья, и сушка белья, и стиралка, и сушилка, все сюда влезает, и вы себя чувствуете великолепно. Короче, поехали. Первое, с чего мы начинаем, это кухня. Мы выписали на четверых, накидали полный перечень оборудования, который должен быть в кухне-гостиной. Я зачитаю по пунктам. То есть первое — это духовка-микроволновка. У нас она будет объединенная, это очень удобно и экономно. Холодильник, варочная поверхность газовая, чайник, кофемашина, тостер, мультиварка, зона готовки, телевизор, диван — это в гостиной. Мойка, то есть, которой мы моем посуду. Кстати, посудомойка у нас еще должна быть. Давайте допишем, как мы про нее забыли. Но если учесть, что мы живем там, где мы живем, это могла быть просто женщина. Снова эти шуточки. Посудомойка. Я сегодня аккуратнее. Окей, ну ничего страшного, вы все, у меня работаете. Вы меня не убьете, наверное. Газовый котел, значит, хранение посуды, хранение кастрюль, хранение сковороды, вилки, ложки, хранение сыпучки, хранение чашек, фужеров, вытяжка над плитой обязательно, стол, стулья, собачьи, кошачьи миски и место под елку. Ребят, если подумали, что мы чего-то не добавили, ну, типа соковыжималку, да, мы ее не добавили. Короче, вот максимальное количество ништяков. Что мы делаем? Берем каждый из них и его размещаем. Ну, во-первых, у нас здесь кухня абсолютно великолепная. Возьму другую ручку. Ногти подстриг, молодец, почти. Итак, у нас здесь есть уже рабочий треугольник. У нас здесь есть холодильник, у нас здесь есть мойка и у нас здесь плита. Вот сейчас мы посмотрим, как в нашу кухню будет вписываться абсолютно все, что мы написали. То есть первое у нас это объединенная духовка и микроволновка. Куда она у нас встанет? Ольга, ваш выход, это вы предлагали. Ну, у меня прям столбик идет от пола до потолка. Ага. Если, конечно, делать... Здесь у нас холодильник, например. Здесь около плиты. Я не знаю, насколько. Вообще удобно, когда это на уровне глаз хотя бы, да? То есть это не где-то внизу, а повыше. На уровне глаз мы не сделаем. На уровне глаз мы сделаем, да. Котел. Не, давай сделаем. У тебя вот один столбик — это газовый котел. Вот мы его нарисуем, то есть это пол. Это газовый котел, здесь потолок. А другой рядом высокий столбик у тебя, здесь как раз здесь и шкафчики, вот это духовка-микроволновка, да, и дальше пошла столешка, вот у нас этот угол будет, дальше пошла столешка, будем рисовать, и плиту мы сместим, я так предполагаю, на угол, для того, чтобы у нас еще образовалось, то есть если вот это теперь у нас становится духовой шкаф, духовой шкаф, то просто плиту будет удобнее сместить, чтобы у нас оказался еще вот этот вот эргономический кто-то. Кусочек стола. Кусочек стола. Я бы еще предложил плиту бахнуть на две конфорки, но тут у нас есть антисторонники этого, поэтому окей. Так, духовой шкаф, я оставлю галочку. Холодильник. Ну, холодильник есть, он никуда не переезжает. Мы его будем делать встроенным или отдельно стоящим? Мы сейчас сделаем вот который наш шоурум в Журавлях на 90 квадратов с плоской крышей. Мы сделаем там встроенный, посмотрим, как он будет выглядеть, и, возможно, здесь сделаем так же. Посмотрим по цене, сильно ли будет стоить. Так, сейчас сразу здесь нарисую вот эту часть. Мойка, и здесь у нас еще есть аппендицит небольшой. Небольшой аппендицит и шкаф такой, вот так вот его сделаю. И здесь стена. Окей, холодильник есть, ставим галочку. Так, здесь тоже у нас аппендицит будет, здесь кротыш, да, здесь ящик 600, как раз под варочной поверхностью, и в углу у нас уже
ничего. То есть варочная поверхность у нас вот в данном месте, правильно? Mm-hmm. Я, кстати, предлагаю сразу посудомойку куда-нибудь вкрячить. Посудомойка рядом с этой с мойкой, да. Посудомойка рядом с мойкой. Здесь пишем посудомойка. Окей. Я предлагал заменить ее на женщину, но тут как бы мне... Да. А, я уже это говорил, окей. Чайник, кофемашина, тостер, мультиварка. Ну, оно будет, во-первых, вот здесь храниться, внутри, когда им не пользуются. Вот под котлом это будет длинный шкаф, здесь котел, и вот здесь вот полки. Здесь у тебя блендер-шмендер может храниться конкретно. Давай котел нарисуем. Не микроволновка, мультиварка. Про мультиварку? Мультиварка. Мультиварка здесь может храниться, окей, нарисуем ее. Ну или скороварка, если староверка. Да, а пользоваться ей вот в этом уголочке. В этом? Да. А может, а сюда не хотите впихать? Да, влезет, здесь слишком мало места. Слишком мало места? Там в плане шкафчика можно бутылочницу сделать, как она правильно называется. То есть вот эту штуку, то есть, вот это я бы оставил для готовки, да, в любом случае не трогал. И здесь, наверное, тоже, да, кусочек. А угол – это чайник, кофемашина, мультиварка? Угу. Так предлагаете, ну, да? Ну, опять же, мультиварку вот мы сейчас мультиварку убрали. Соли, что мы ее убрали, и пользоваться ей можно на плите, потому что, чтобы под вытяжкой, чтобы туда уходили все испарения еды. Окей, тогда здесь у нас чайник, кофемашина. Тостер. И тостер. Кстати, вот эта штука, это, ну, немножко некорректный разрез выпада, но так делаем, чтобы не забыть. Она сверху только. То есть у нас здесь стандартная стена идет. Рисую, Саша, я ведь прав, да? Угу. Очень хорошо, когда я прав. Все приятно. Окей, тогда let it be рядом с плитой. Пускай стоит тостер. Пускай кофемашина... Пускай чайник стоит рядом с мойкой, да? Поближе. Рядом с водой. И пускай здесь стоит кофемашина. Так? Ну, она есть. Не, ну мы-то поставим. Ну, обязательно в шоу-веру. Кофемашины, мне кажется, в основном у людей такие маленькие эти... Пингвины? Ну, вот, да. Где просто ставишь чашечку и наливаешь кофе. Вот полноценный кофемашин, мне кажется, не так часто у нас. Ну, пускай пингвин стоит тогда, окей. Да. Ставлю... галочку. Зона готовки. Зона готовки у нас будет над посудомойкой и здесь. Правильно? ПМ плюс Г. И здесь тоже напишу Г. Небольшой аппендицит. Телевизор. Ну, телевизор у нас стоит здесь по стене. Да? То есть здесь, я думаю, вопрос ноль. Под телевизором у нас висячая тумба. Правильно? Висячая тумба. Почему висячая? Чтобы под нее мог заехать робот-пылесос. Плюс, если мы работаем здесь с ноутбуком, какие-то документы, которые у нас есть дома, они хранятся вот в этой тумбе. То есть она должна быть большая, широкая, на ней стоит плойка, обязательно фотография какая-нибудь с путешествия, какая-нибудь херь, которую вам подарили, которая пылится, цветы, ну, может быть, да. Вот, собственно, оно все здесь, на этой огромной тумбе, она должна быть вот прям большая. Вот. Супер. Телевизор, диван есть. Он будет угловой или он будет не угловой? Вот вы как думаете? Может быть, нам под... Большое помещение я бы сделала, вернее, в маленькую кухню я бы сделала не угловую. Я бы сюда, на самом деле, какое-нибудь небольшое, но удобное кресло еще бахнул. Вот прям, ну, не кресло, а креслице, типа, какое-нибудь такое полуполое. Вместо угла или плюсом? Вместо угла, вот куда-нибудь здесь, вот, чтобы оно было не тяжелое, чтобы можно было его еще перемещать легко. Если у нас здесь живет двое взрослых, двое детей. Да. Дети сидят на диване? Ну, такси. Мы ну, к тому моменту, когда они начинают сидеть на диване, они это делают в своей комнате. Ну, давай тогда диван отпиливаем. И здесь у нас появляется этот микрокресло. Да, какое-то. Ультрадизайнерское вот такое вот. Оно будет. Микро? Ну, я думала, это будет просто кресло для отца семейства такое. Кресло. Ему с газеткой, если они на тот момент будут. Окей, так, а для газетки давайте вот сюда еще просим, чтобы запинаться. Пуф на проходе. Не будем. Окей. Так, диван, ставлю галочку. Мойка плюс ведро под мойкой. Мойка у нас здесь, так? Ведро под мойкой снизу мойки. Все логично? Логично. Кстати, это по учению вас, то очень неправильно. Источник воды не должен быть там, где у нас хранится мусор. Но мы в России, поэтому, собственно, ничего страшного.
Газовый котел есть, да, здесь у нас небезызвестные сосочки, да, которых многие ждут. Вот. Два сосочка. Маша, покажи сосочки. Сорян. Вырезать. А варочная поверхность у нас газовая. Сюда уходит. Так, газовый котел есть. Ставлю галочку. Посуда, кастрюля, сковородка. Кажется, делать навесные ящики. Сверху. А у нас же еще сыпуха будет. Смотрите, а как мы вот эту штуку, ну, что-то под ней... А, у нас еще и здесь есть. А не хотите сюда будущие продукты запихать? Сыпучку, да? А посуду наверх? А у нас будет и здесь ящики, то есть это да, вот да. Эта сторона, а это вот эта сторона. Ну, или только ну, по смотри. Одной стороне, может по одной только бахнуть? Я только по одной сделаю. Вот здесь вытяжка еще будет. Да. А здесь это. Вытяжка, давайте вытяжку сделаем эту трубу. Блин, 40 тысяч стоило. Вообще есть супер навороченные варочные поверхности, где вместо вытяжки вот здесь какая-то фигня, которая засасывает себя воду. Смотри, сегодня выпуск выйдет на Ютубе, она стоила 2 года назад 20 тысяч, самая дешевая. А, прикол в том, что если людям не хватает места, они делают встроенную вытяжку, мне она вообще не нравится внешне, но они делают встроенную шкаф, и здесь появляется еще одно, в принципе, место. А, если кому-то супер нужно много там хранить, я понял. Бабайчик. Если мы делаем только по одной стороне, я бы все-таки сделал здесь, я с Ольгой согласен. Я объясню свое мнение, почему. Потому что ты моешь посуду, и вот у тебя посудомойка, и то, что ты из нее вынул, вот она открылась у тебя, да, вот условно потом как-то посудомойка. И стоя здесь, ты можешь закладывать сразу посуду сюда, в эти ящики. Да, да. Поэтому тогда здесь пускай будет почти дизайнерская вытяжка над плитой, да? Нарисуем ее пока условно, вот типа этот куб. Вот. А здесь так. Потом, да, Никита придет на стройку, и куб превратится в еще один ряд ящиков. А здесь получается у нас ряд ящиков. Так, раз. Ну, вот так вот, да, условно говоря. Здесь вот двойнушка, здесь одинушка, здесь примерно 400, примерно. У нас здесь влезают и тарелки, да, и посуда. А кастрюли, сковородки? Под плиту, может быть. А там же сыпуха. Или сюда. Или здесь неудобно. Вот так вот открыл, туда вот и выпекаешь. А есть какая-то фурнитура, которая выезжает полка. Вот ящик себе. Он середину уже занимает. У нас здесь еще почти пустой шкаф. Пустой шкаф? О, точно. Давайте сюда тогда кастрюли, сковородки сюда запихаем. Мы можем сделать здесь один ящик узкий. Сейчас возьму маркер, да, чтобы поважнее выглядеть. Один ящик узкий, это сковородка. А здесь кастрюля. Вилки, ложки, выдвижные ящики, куда я... Вилки, ложки под плитой, скорее всего. Очень редко пользуются эти серванты, как сервиз от бабушки. И ваза под цветы. Ваза под цветы, вот, да. Здесь еще ваза стоит. И сервиз. Сервиз. И вкусняшки, которые от детей приятны. Совершенно верно. А корм для собаки, может, для кошки, может здесь храниться. Рядом с мультиваркой. Вот у меня он стоит прямо перед котлом, на самом деле. Корм-то? Вот да. Почему нет? Окей. Нормально. Тогда у нас появляются ящики. Здесь у нас я напишу, например, тарелка, да? Тарелка. А здесь напишу чашка. Чашка. Так много чашек? Нет. И, кстати, у нас еще вот два свободных есть. И вот здесь у нас уголок. Там, блин, внутри. У нас слишком много. У нас слишком много. А, здесь картоха. Картох здесь картоха. Обходи, помоечное ведро. Так, это у нас мойка, да? Ну, вот так вот кран нарисую. Здесь у нас помойка внизу, да? Такая квадратная, стильная. Так, это у нас кто? Это у нас пока никто. Здесь картоха. Здесь открыли, да? То есть картоха вот все вот это место. Да. А помимо картохи, кто тут и еще здесь может быть? Здесь должно быть место для того, чтобы до этой картохи залезть. Спокойно. Ну, еще здесь морковка, да? И лук. И лук от семьи лук. Да. Морковка и лук. А я твой отец. Это всякие запасы гречки, риса на случай, да, все сюда. Закупаются люди. Мамина обрисовка, глиза. Закручена. Да, да. Ну, короче, нормально. Там есть. Окей. И вилки, ложки, да, сюда вот. Под доварку. Да. Вилка. Сыпучка у нас вот здесь, да? Угу. Сыпучка. Стол, стулья.
Круглые, овальные, прямоугольные. Ненавижу круглые столы. Прямоугольные. Прямоугольные, великолепно. Единогласно. Прямоугольные. Ну, прямоугольные разложить еще можно, если куча гостей пришла. А сюда точно приедет на новоселье кто-то, да, кому дом будет советовать. И бабушки там всякие придут тоже в гости. На 1 сентября придут и так далее. Собачьи миски. Миска для моей киски. То есть есть... Ну, вот, я бы сюда поставила, рядом с холодильником. Я бы тоже сюда, но вроде как на это, с одной стороны проходит, с другой стороны не так, что они много места занимают. А вот к этому углу часто... А, у нас здесь открывается шкаф. Здесь, да, мультиварка. У нас два варианта. Либо сюда. Я подоконник не трогал на самом деле. Вот, здесь цветов еще кто-нибудь поставит. Здесь в пол. Да. Ну, на пол поставят. Давайте сюда поставим, дай бог, нормально. Кто-нибудь спинается, но тогда не хочет прийти к холодильнику. Вот именно к холодосу. Ну, здесь все равно будет какая-нибудь ступенька, наверное. А где у нас собака спит? У нас в собаке должно быть место. Здесь. Это место. Не, у собаки реально должно быть место. Я бы сюда ее определил, на самом деле. Ну, у нас здесь метр, маловато. Давай, пускай здесь спит. Вот. А когда здесь елку поставишь? А, блин, точно, у нас еще елка. У окна собаки, собаке не холодно, она замерзнет и умрет. А может быть, собака будет пушистее, и у окна ей будет, наоборот, хорошо. А может, пускай в тамбуре спит, как думаете? Нет, собака спала в тамбуре, нормально, еще тут... У меня вот у собаки нет места дома, она несчастна. А потом она что-то песочница, тебе думает. Нормально. Она и так пронесет, поверь мне. Блин, мы должны быть эти, зоофрендли. Собака не может спать в тамбуре, он что, холодный, ледяной? Да не, собака вообще должна спать в тамбуре, ей там прохладно, хорошо, вообще с кайфом. Да. Давай так, есть два вида собак. Есть диванная собака, есть уличная, которая большая. Вот. То есть если мы говорим про большую, то ей 100% нужно место где-то здесь. Если она диванная, она спит, как правило, с кем-то на кровати или на диване. Есть вопросов ноль. Во-первых, она может под шкафом поместиться. Да, точно. Любой собаке нужно место. Это априори. Слушайте, пускай здесь вот она спит. Не заводите больших собак. Ну, если маленькая закинул, я не думаю, что сюда большую псину заведу. То есть 100% тумба подвесная, повесим ее повыше, и под нее пусть будет собачье место. И елка, я так понимаю, единогласно. Мы забыли расположить розетки. Поэтому вот здесь вот у нас появится 4 розетки в ряд. 4 розетки в ряд — это вот здесь, да? Вот эта стена. Вот она. То есть они у нас появляются вот здесь. Раз, два, три, четыре. Здесь у нас появляются 2 розетки в ряд. Так? И у нас появляется еще подсветка под шкафом для зоны готовки. Встроенная. Включаться она будет там же, то есть наша задача под нее вывести силовуху, выключатель отдельно не будем делать, она там будет на каком-нибудь либо магните кнопочка, либо будет, сенсорная, да, скорее всего будет. Свет, выключение, включение, вот этой всей группы предлагаю здесь сделать. А все группы я отдельно покупаю? Нет, конечно, отдельно. Конечно, отдельно. Тогда у нас свет здесь и 2 клавиши у нас будет здесь. Ребят, если кто-то считает, что я неправильно рисовал значок света, не переживайте, я не электрик. Да, все, теперь красиво. Здесь нам не нужна розетка. Вот здесь вот я бы сделал, да? Здесь розетка, и здесь нужен, по сути, выключатель для терраски. Да, поэтому будет 2, то есть одна такая и одна такая. Сидим на диване, заряжаем либо телефон, либо ноутбук. Я бы вот здесь вот бахнул розетку. Еще очень удобно, если пылесос проводной ставил и катаешься. То есть, соответственно, у нас здесь тоже, мне кажется. Давай проводочки туда, в бахнем в проем, то есть, что по самой не хочу. Ну и здесь у нас, естественно, тоже будет. Везде у нас за телеком сделаем. Надо вообще по-хорошему и за телеком, и в островке. А здесь вот мы в этом подкосе сделаем. И здесь у нас будет еще. Вообще по-хорошему 3 двойных, чтобы и плойка, и приставка, и, кстати, Wi-Fi у нас здесь будет стоять, и так далее, и тому подобное. Далее елка, и под елку тоже нужна розетка.
Или вот сюда дотянется? Ничего. Нет. Да дотянется. Угу. Зачем нет? А если еще, кстати, на гардину тоже обычно вешают эти вот огонечки? Так вот, вот сюда, они, вот сюда. Ну, это оно здесь будет, а в принципе, вот это можно сюда и, допустим, пылесос робота сюда ставить. Центровая точно нужна. Вот это... Нет, это нужна. Это нужна просто, когда робот-пылесос в тамбуре будет. Я бы предположил. Там в все время дверь закрыта. Там была закрыта? Да, здесь окей. Тогда робот-пылесос у нас стоит здесь еще. Причем это должен быть робот-пылесос со станцией, который еще отсасывает мусор, а это неудобно, потому что, блин, что-то у нас мебели больно много. У нас собака не будет пугаться, соседство. Да, бог с ним, он не влезет под эту тумбочку просто. Либо мы делаем эту тумбу в этом месте в пол, то есть вот эта тумба, она будет вот, вот это вот пол, это стена. То есть она будет вот такая и такая. Здесь у нас спит собакин, а здесь у нас открывается, если надо, вот эта дверца. Снизу щель для пылесоса, здесь стоит пункт сбора пыли пылесосный. И внизу пылесос. Уродство. Мы не знаем таких пылесосов. У пылесосов у роботов сейчас все такие. Есть док-станция, очень удобно. Два месяца его не трогаешь. Он просто катается, пыль собрал, эта штука отсасывает ее. Вообще просто кайф. Да пофигу, давайте пусть это будет общая тумбочка высокая, будет робот-пылесос виден. Вот, просто тумбочку повыше закинем. Здесь у нас вот эта высота этой тумбы, это 500 мм должна быть. И собака у нас точно влезет сюда. Рисуй тогда еще розетку вот здесь. Где? Вот здесь? Ну, да. Ну, то есть одна это под телевизор же, да? Да, это под телек, это под это пылесос. А под телек у нас, если вот здесь вот розетка у нас вот, а тут пылесос. Причем не вот, а вот в углу эта розетка. И под пылесос и под елку, она двойная. А под телек у нас она должна вот в эту тумбу. Тумба толщиной у нас будет, значит, 200 миллиметров. 200 миллиметров будет тумба толщиной. То есть можно как в нее хранить, так и на нее ставить. И как раз вот внутри тумбы должны расположиться вот эти вот розетки, три штуки. Здесь висит телек. Висит, стоит, неважно. И под телеком еще две. И третий еще выход. Это HDMI кабель, который тянется из телека вот здесь вот в штробе в тумбу. И соединяет телек, если надо, с любой приставкой либо плойкой. Диван у нас стоит не вплотную к стене, чтобы здесь шторка была. И не шторка. А освещение? Освещение. Что у нас по свету? Точки? Треки? Ну, я бы сделала вот здесь вот, ну, все-таки треками подсветила. Вот так вот? А? Вот так вот? Ну, здесь точечный можно. Трек, в принципе, вот тут просто два трековых. Здесь, получается, можно тогда и сделать. Давай вот так вот сделаем, вот такую линию, вот так вот, и ее здесь закруглим. И ставь сюда, что хочешь, а здесь точки. Сделаем? Да. Вот эта линия. А здесь просто точки. Четыре штуки хватит? Может, это тоже треки. Они как-то атмосфернее в гостиной выглядят с телеком, нет? Ну, окей. Ну, мы просто говорим о другой сумме немножко тогда, правильно? Ну, мы его дело не на год, поэтому пусть будет пока. Страховывай сразу. Ну, если что, убирается, все несложно. Это не будет замкнутый контур у нас? Нет, это же две клавиши. Ну, можно и замкнутый сделать, не надо, так прикольно. Здесь у нас получается распорочка, да, идет вот здесь? Ну, мы разделяем. Здесь это пол отдельно. Да, да, совершенно верно. Откуда она начинается? Так вот, пускай так и начинается. Вот здесь вот разделение. И сразу же треком пошло? Да, ну просто вот эта часть будет питаться отсюда кабелем, а вот эта часть, ну, вот отсюда, например. Разные клавиши. Как я бы сделала здесь просто точечные вот эти вот, которые чуть-чуть спускаются, не прям точечные, а подвесные. Давай. Мы можем тогда вообще здесь сделать одну вот такую вот штуку прямоугольную и все. Может, все-таки два квадратика? Ну, может, два квадратика. Ну, два квадратика, тогда вот этот квадратик будет побольше, чтобы стол захватить. Ну, да. Тогда вот так вот. Да? Угу. Ну, окей, тогда здесь нет. А здесь у нас точки, да? Вспомним. Раз, здесь два, здесь три и здесь четыре. Четыре точки и треки. Мы в дом откуда заходим? У нас здесь улица.
Поднимаемся. Дверь открываем, другого варианта у нас нету. К сожалению, день рождения. Можно еще вопрос? Да, на кухне на диванчике сидят, чтобы книжку почитать. Вот где бы все это? На кухне на диване сидят, чтобы книжку почитать? Угу. Так садись, пожалуйста. А, ты имеешь на диване? Угу. На диване надо сделать тогда еще бра. Угу. Вот. Тогда здесь у нас появляется еще... Где, здесь или здесь сделаем? На входе? Два. Сюда в уголочек? Давай сделаем уголочек. Он будет сразу с этой щелкалкой, чтобы включаться. Помечай как розетка. Хотя сюда пойдет полтора кабеля. Как-нибудь пометим, да и все. Ну, бра подписали, уже хорошо. Либо розетка, либо мы сделаем прям стену встроенной сразу. Стену встроенной? Да, и он сразу сам включается, выключается. Окей, с тамбура заходишь, очень неудобно, потому что здесь шкаф, и надо где-то расположить свет. Предлагаю свет включения здесь расположить, в торце, как думаете? Можно просто зеркалить и широкую сюда со шкафом, а короткую сюда с выключателем. Да, отличная идея, мы же можем это сделать. Да без проблем. Отлично, так и знал. Когда мы вам отказывали. Очень хорошо, спасибо. Итак, значит, дверь тоже сюда переходит, наша сюда теперь. Сюда наш шкаф приезжает полноценный. Шкаф это архиважный, да? И здесь у нас будет клавиши. Ну, свет. Свет снизу розетки. Здесь свет розетки. Сюда вошли, то есть если дверь здесь открывается так, здесь как будем дверь открывать? Я предлагаю так оставить, чтобы, если чего, сразу в гостиную пиарить, а не в спальню. Тогда вот здесь у нас появляется еще один свет. Это свет коридор. И я бы предложил его сделать проходным до сюда, как думаете, надо? Там такое расстояние, чтобы... Полностью согласен. Тогда это свет коридор. А здесь можем открытую, получается, сделать. Сейчас до тамбура дойдем. Не получится открытую. В тамбур, потому что впихается все, что... Сейчас такой же список. Тамбур сам. Мы сделаем по-любому, у нас же вот здесь будет выключатель. У нас по-любому тут что-то открыто. А, блин, я перепутал. Я до сих пор думал, что шкаф здесь стоит. Окей, сейчас здесь шкаф нарисуем. Все, свет раскидали. Кстати, у нас терраса еще, да, здесь? И на террасе у нас свет, который включается здесь. И на террасе у нас еще при выходе есть розетки. Правильно? На улице. На улице обязательно. ПГшки. На террасе мы оставляем открытую. Да, и розетки, ПГшки. Нормально. На террасе я бы еще предложил сделать лестницу во всю Ивановскую. А мы выводим сюда тоже сразу эти... Кого? Свет. Давайте тогда поставим для террасы сверху просто над вот этой, над этим окном. Есть в фасадике, Саша? Да. То есть вот у нас терраса. Вот у нас терраса, она таким образом, да, предположим, ограничена. И сюда диодный симпатичный светильник поставили. Вот, один? Собственно, все. Ну да. Ну, можно два. А если там смотреть просто по размеру, просто чтобы для нее сделать. И вот сюда вот еще огромный светильник бахает на участок, чтобы соседи хорошо спали. У меня, кстати, есть такой, и поэтому соседи даже не включают свой, когда выходят. Они экономят свое электричество. А здесь у нас розетки. Две подвешечки. Не, просто включил вечером, да. И, кстати, прожектор тоже будет клавишей здесь. А они могут прикольно по таймеру работать. Ну, выставляешь, когда темнеет. Да, можно, кстати, поставить с датчиком света, что мы и сделаем. Света, да. Ну, как вариант. Да, и... А, блин, карниза-то нет, гирлянды, как мы теперь навесим? Ну вот, придется карниз вернуть. Ладно, разберемся. Так, что, кухня и гостиная есть? Давайте все пятерки, мы молодцы. Команда. Итак, у нас, значит, следующее помещение – это санузел-тамбур. И котельная, которой здесь нет, поэтому котельную мы тоже распихиваем. Что у нас будет в санузле? В санузле у нас будет ванная, раковина, унитаз, гигиенический душ, стиральная машина, два в одном, сушилка в том числе, полотенце хранящиеся,
грязное белье, корзина для него, полотенцесушитель как источник отопления, ёршик, туалетная бумага, плюс запас туалетной бумаги, бытовые средства, эти мистер Проперы, тазик, сушилка для белья, фен, плойка, стайлер, электробритва и зеркало с подсветкой. Вот сейчас идея уже посложнее, до этого было просто. Я предлагаю начать с сушилки, да, то есть от нее, наверное, все будет плясать. От ванны. Над ванной? Ванна — это единственное, где мы точно знаем, где она должна быть. Давайте как-то, ну, поосвоимся здесь, да, то есть ванна, понятно, она вот, ну, логично, то есть мы с вами решили пока... Писали, что у нас окно станет шире. Его не так высоко задирать. Вот у нас в Журавлях-то очень высоко задрано. Это сделано, открывать. Чтобы по фасадам окна заканчивались на одной высоте. Ну, сейчас на это если все его опустить, это будет странно. Да и пофиг. Но главное, чтобы в нее не заглядывали. Ванна стоит. Здесь у нас стеклышко для того, чтобы помыться можно было и не обрызгать раковину. Унитаз, считаю, на своем месте, на заслуженном, да. То есть у нас есть стиральная машина. Окей, вот, вот как оно стоит, так оно стоит. Что касается вот этой вот приблуды, сейчас ее вот здесь вот нарисую, вот эту стенку. Это пол, это стена, да, пол это лава. То есть, так, три прибора. Здесь у нас стоит ванная. Здесь у нас стекло. Пусть будет до потолка. Здесь у нас стиральная машина большая. Ну, какая есть. И здесь у нас раковина. Что предлагаю? Предлагаю делать вот такой шкаф в потолок. В него упрятать стиральную машину, чтобы она никого не пугала. Со шкафа идет столешница, на которой стоит раковина. И под раковиной у нас вот это вот все место, его также использовать для хранения того, чего нам хотелось бы. По-моему, когда раковина стоит на столешнице, это дико неудобно, и брызги везде. По крайней мере, из того, что я пользовалась, это, ну, самый неудобный вариант. Ну, какие варианты тогда есть? Там все равно будет стоять какая-нибудь зубная паста. Там даже если раковина внутрь, то она будет падать в эту раковину. Не вот эта вот чаша, которая наверху стоит, а более что-то углубленная. То есть она вот... Вписанная в столешницу? Да и нет. Ну, окей. Ну, это красиво, но не функционально. Ну, можно сделать, она будет литая и вписанная, и тогда бриться будет одно удовольствие, потом все скинул. Гигиенический душ. То есть, если у нас унитаз здесь есть, да, у нас есть ёршик. Ну, во-первых, человек пользуется гигиеническим душем, вот его туловище, голова и ноги. Ну, не очень нарисовал. Я думаю, удобно, если гигиенический душ будет здесь стоять. Блин, мне кажется, сейчас для многих открыла веню, что им надо вот такой позе пользоваться. Стоп, подождите, я перепутал, нифига. Я другой узел вижу. Вот так вот, то есть вот это ноги, если так, то здесь он должен стоять, гигиенический душ. Вот, рядом с ванной. Но я считаю, что это неправильно, потому что гигиенического душа будешь еще наполнять ведром, тазики для мытья пола, поэтому пускай он здесь стоит, гигиенический душ. Но в то же время возникает вопрос, куда поставить, ну, вот полотенцесушитель вот сюда какой-нибудь ставим, вот прям какой-нибудь самый узкий полотенцесушитель в мире купим для отопления. Кстати, сейчас я его зачеркну, что оно есть. Гигиенический душ здесь, и если сюда поставить туалетную бумагу, насколько это удобно, учитывая, что здесь ванна? На мой взгляд, это круто, потому что тебе здесь можно купить многофункциональное решение со столиком. Вот. И рядом с ванной, то есть ты лежишь, и еще здесь чашечка может стоять, или фужерчик. Я просто переживаю, не будут ли брызги бумагу макрить. Мочить. Да, вот я тоже об этом думаю. Ты тоже об этом думаешь. Так, значит, мы думаем об одном и том же. Значит, вот это все добро переезжает сюда же. И ёршик, и туалетная бумага. Значит, туалетная бумага будет над гигиеническим душем, ёршик будет здесь. Ёршик можно здесь поставить, кстати. Ёршик около ванны. Нет? Нет, ну либо, по крайней мере, там запас туалетной бумаги, маленький. Его повыше. То есть его можно переставлять по настроению. А я думал, туалетную бумагу просто сюда мы убираем, и все. И молодцы, запас. Как бы, ну, сидишь, можно дотянуться даже, не вставая. Сделала, ну, чтобы ноги было ногам комфортно. Когда и... стоишь? Да. Цоколь. Это обязательно. Ну, у нас нет никакой мебели без цоколя. Угу. Вот. То есть цоколь у нас здесь есть.
100%. Полотенчики мы храним в шкафу, но у нас над стиральной машиной, вот она закрылась, здесь есть целая огромная ниша для хранения всего. Я предлагаю первое полотенце сюда впихать, да? Сейчас мы их вот так вот нарисуем. Здесь же у нас может стоять запас туалетной бумаги. Кстати, бытовуха, вы предпочитаете, ну, предлагаете все-таки по два, но я просто считаю, что некрасиво будет. Вот, я бы бытовуху либо под раковину впихал, либо сюда. Под раковину вниз, ну, чтобы раковину там вниз, обычно большие какие-то вот эти бутыли. Окей, тогда что предлагаю? Вот у нас раковина. То есть у нее здесь есть сифон, и у нас здесь может быть первое. Вот этот ящик, он у нас уходит под корзину для белья, для грязного. У нас остается, здесь сифон все съел, у нас остается один ящик, и в этом ящике у нас может быть два даже, для него и для нее, ну или наоборот. То есть здесь у нас как раз фены, стайлеры, косметические средства для смывки макияжа, все, что здесь не стоит. Так а делают же тоже то, что просто пополам делят, и то, и другое выдвигается, просто здесь вот выемка вот, а вот ты, под ты, это делаешь. Ты не дослушала. У тебя бутылка с дарместосом высокая, вот, то есть она условно то есть стоит, и вот, вот как здесь вертикальная открывается, так и здесь вертикальная открывается, то есть этот ящик открывается целиком. И туда ты уже складируешь бытовуху. У нас остается еще тазик. Уж, мне кажется, мы очень широко сейчас тут нарисовали, на самом деле тут поскромнее. Я тоже так предполагаю. Да? Да. Поэтому, может быть, стайлеры и фены как раз-таки пойдут сюда. Сейчас очень классные резиновые тазики, складные вообще. Да, и тазики, и ведра такие. И ведра, и тазики такие? Ну, давайте тогда на стиралке сделаем вот такое отделение, но представим, что она пониже, и здесь вот у нас складные тазики лежат. Окей? Швабра у нас висит где? Открывается полностью дверка, где-то здесь выемка под висячую швабру. Здесь не влезет. Не влезет? Я бы это в тамбур брала, в шкаф, слушай, супер большой шкаф. Окей, швабра пойдет в тамбур. И здесь у нас остается под белье, под грязное, да? Ну, тогда пусть будет нижняя полка под грязное белье, прям ящик подвижной, а верхний это как раз вот под всю требуху. Химию и прошли вот. Блин, химия, вот химия негде. Тоже. Нам надо нормально замерить с мебельчиками, и мы уже решим, как это будет. Тут все поместится, просто надо понять, какие размеры точно. Но это нам посоветуют мебельщики, все. Ну, у меня, например, у меня... Нет два больших места для хранения. У меня нет места для грязного белья, у меня все в стиральной машинке. А ты цветное миксуешь? Черное-белое? Да. Ну, у меня какое-то время, пока стирается часть. Она неделю ходит в черном, а я неделю в цветном. Это постиралось, там высохло. Следующее загружаем. Пусть будет вот это отделение. Вот здесь стоит таз, и в нем стоит грязное белье. Вот, мне вот, кажется... Вот, стиральная машинка. Ну, для четырех человек это немало. Сюда еще дополнительно ставится. Как вариант. Потому что здесь очень удобное место, чтобы брать фен. Как раз на уровне столешницы взял. Так, короче, санузел до этого. До следующего видео будем рассматривать в разрезе прям с размерами и там рисовать. Все. Мы сразу просто закажем, чтобы нам спроектировали мебель и все. И в следующий раз покажем, что там нам напроектировали. Нет, сами запроектируем. Ладно. Сами. Ну, все мы дадим сами размеры, а они уже по ним сделают с толщиной стенок. А где что будет храниться, я всегда это к себе доверяю. У нас тут 2 метра. Машинка где-то 600 по ширине. Да, 600. Ванная 800. 800, да. Остается у нас здесь 60. Нет, подожди. Да. Да, 60. Ну, как раз под раковиной. Под раковиной. В принципе, под раковиной вмещается два уровня, ну как, полка внизу, полка вверху. Вверху полка немножечко калечена из-за сифона, вокруг него встают эти порошки спокойно. А нижнюю полку, например, вот белье, ящик удержной. Нет, у тебя как раз-таки верхний ящик под лабуду, типа стайлер, вот стайлер, это вот, да. А нет, а фен более красивое место на стиральной машине фен.
давайте сместим хер с ним вот этот вот проем. Здесь 750, будет теперь 600. Подожди, вот здесь 500. Это там. Да. А, во, уже сместили еще. И здесь сделаем тогда этот пенал, столбик. Вот, в котором внизу будет грязный белье, вверху полотенце. Нам хватит, вот тут если надо стиралка делать, все хватит. У народа же не запасы там на этот, и никто там не пользуется 10 бритвами. Если у нас будет над этим... Ну как никто? Над стиралкой. Ты же ожидаешься от квадратов. Это дом для тех, у кого маленькая собака и нет сайвера. Да, и не 10 бритв. Здесь, если будет над стиралкой место, там все упакуется. У меня вот два маленьких ящика и тонкий пенал. Все, у меня все нормально стоит. А здесь, если над стиралкой, все нормально будет. И здесь у нас два ящика. Один под бытовуху, второй под стайлеры и всякие фены. Где грязное белье? Вот здесь внизу. Под раковиной. Да, под раковиной грязное белье в одной. А вверху там вот эти вот, так говорю, стайлеры, бритвы. Здесь спокойно уходит, сюда еще трусы поместятся, помяните мое слово. Трусы, ладно? Так же говорят, кому за какой возраст. Помяните мое слово, это типа тот момент, когда вы говорите, как ваши родители. Хотел сказать, Ёшкин Макарёшкин, помяните мое слово. Но перепутал ударение. Мы второе помещение делаем, еще пока ни разу не посрались, мы молодцы. Ну, видно, мы что были там, на грани. Видно, что команда были на грани. О, сушилка для белья, все. О, нет. А полотенцесушитель что? Полотенцесушитель, вот. Ну, посушил. У нас же здесь пенал. Нет, мы не рожала. Нет, пенал только для этих разведенных. Че, куда? Есть какие варианты? Есть вариант вот эта раскладная штука, вот стена, вот штука раскладная, то есть она раскладывается вот так вот. Если хочешь, съезжается. Есть вариант, вот стена, и натягиваешь над ванной. И пока не моешься, пока белье не высохнет. Можно натянуть над унитазом. В туалет не ходишь, пока не высохнет. Ну, либо присел как бы, скрылся. А можно в туалет, нет. А ты уроки сделал, это не кто-то. Просто одна вот эта раскладная штука, этого мало. А у тебя стиральная машинка, она и сушит сразу? Ты сушишь все белье в ней? Ну, не все, чему ты сушишь. А другое, а потом где сушишь, если что нельзя сушить в стиралке? А у меня купленная такая еще давно металлическая фигня, тоже вот с решеточками, которую на батарею вешать. Вот. И тоже на ней там носочки, трусики, полотенчики. Че, как сушилка-то расположена? Туалет, унитазом, жесть. Угу. Вообще вся на зле жесть. Угу. Там и так три квадрата. Еще и бельем завешается. Тамбур грязно. А можно же, есть же тоже такие, которые на балкон вешаешь, что с веревочками, да. Что ты ее опускаешь, все повесил, веревочки раз наверх. Куда скользят? Да. Ну нет. Ну они не веревочками, я говорю, они есть вот такие раз, они расложились, сюда повесил. Вообще вот мы так говорим, вот у кого как. Вот у меня у сестры дом, там у них 140 квадратов, одноэтажный. И они сушат, она сушит в одной детской, потому что они, ну как бы... Вообще не парились, они к этой котельной нет отдельно, она сушит просто в детской комнате. А мы говорим про дом 60 квадратов, хотим прям специализированное место. Люди... Мы хотим, чтобы все четко было. Ну, четко люди поймут, как им удобно будет и где сушить, например. Блин, я вот сторонник, чтобы люди не понимали, а им вот сделали, и они пользуются. Мы все придумали. Ну, единственный вариант, где мы можем сделать, это мы можем вот здесь вот отпускную сделать систему. Сейчас скажу что-то страшное. А над ванной, это совсем кринжово, да? Да, это нормально, в принципе. Нормально или слишком немодно делать веревочки над ванной? Ну, или вот эти вот, как, Оль, ты говоришь, у тебя складывающиеся, а не убирающиеся веревочки. Давайте сделаем две раскладухи вот здесь вот. Ну, вот да. Одна и над ней вторая. Ну, да. Над ванной. Если хочешь мыться, оно у тебя сушится, мойся себе спокойно. Вот. Плюс, ну, если у тебя белье висит неделю, ну, извини, как бы, ты сам виноват. У нас душ и с этой стороны? Да, душ с этой. Просто, по идее, дырдочка тоже должна быть, да? Что говоришь? Вот эта дырдочка слив должен быть тоже. Так сделаем, ну, там. Ну, пусть будет дырочка тоже здесь. Ну и все, этот, абсолютно великолепно. А если тебе этого мало, то никогда не поздно в детской. Разложить. Слушайте, а у меня мама в свое время здесь раскладывала сушилку,
на нее вешала белье. Вот у меня у родителей дом большой. Вот. Но там 160 было, два этажа, но еще там есть подвал, еще там есть гаражи, там все вместе было 330. Но вот 160 это вот площадь дома. И при этом там котельная в подвале у нее была, а стирала она вещи в санузле на первом этаже, она их развешивала здесь и звала меня, говорит, иди выноси этот, на веранду. Зимой? И зимой я выносил на веранду, оно там типа промораживалось, да, и вообще с кайфом сохло. Зимой тоже сушится на улице, да. Давай вот здесь сделаем две раскладухи под ну, какие-то вещи, да, то есть под небольшую закидку. Если у тебя супер большая закидка, ну окей, там либо детская, либо здесь, либо вот здесь. Угу. Потому что я вот реально вспомнил, меня мама сушила на улице, и абсолютно все было нормально. Ну, как видите, я живой. Вот, вроде какие-то небольшие успехи даже делаю. Зеркало, подсветка, ну, это изи. Очевидно. Угу. Это изи просто. Ну, для таких, как мы, это вообще фигня. Даже не будем проговаривать. Да, просто вот так вот во всю стену бахаем зеркало, да, а свет делаем два висячки. Два висячки. Берёмся от них углом. Да, ну, это дизайн. Ну, либо большое зеркало с подсветкой по контуру. Отлично. Ну, давай. Или там две светодиодные полосочки вот здесь, вот. Тоже классно. Две светодиодные подборки. Да. Давай, большое зеркало и здесь вот эта кнопка дебильная. Фу. Вот. Ну, а что поделать? Ничего страшного. Но купим посимпатичнее. Ок. А свет что здесь? Четыре точки. Если ночью надо, включил зеркало. Кстати, ночью очень круто, эта кнопочка светится, можно ничего не включать. Проверено. Еще из окна немножко светит. Еще из окна светит, и здесь четыре точки у нас. Раз, два, три, четыре. Да? Свет в туалете, я считаю, что должен включаться внутри туалета. Угу. Есть один минус. У нас выключение света происходит вот здесь, под полотенцесушителем. Поэтому мы полотенчика повыше вешаем, чтобы оно не накрывало свет. А почему внутри, почему не снаружи? Свет? Потому что когда ты сидишь на унитазе, кто-то прикалывается и выключает тебе свет. Да-да-да-да. Ты какая травматизация, похоже. Пару раз сами помочь, больше не будет. У меня очень веселые друзья. Больше не будет. Тебе могут и телефон с камеры просунуть под дверью. Так, а у тебя здесь раз, и зеркальце себе включило, и все. Скажи, то есть предлагаешь на это, снаружи? Блин, да я как-то вообще... Я бы тоже вот здесь сделала. Смысл там ютить? Вот здесь вот малышечку сделать, все нормально. Ладно, больше не будет быть. И будешь все время путать. Вместо того, что здесь включить, будешь выключать там, кто сидит. Ничего, удобно, зашла, щелкнул, тык. Ничего, свет в санузел внутри должен быть. Я всю жизнь прожила снаружи, нормально. Ну, всю жизнь прожила снаружи, когда ты еще вот так поднимаешь руку, что его выключить. А там маленькая черненькая прямоугольная штучка. Ладно. Давай, снаружи. Ну, клавиши. Ну, а, клавиши, вот это клавиши. Да-да-да. Маленькая такая, узенькая. Да-да-да. Говорили. Не, они сейчас очень модные, это ретро прям тема. Я бы такие поставил где-нибудь. Розетки под это все добро можно сделать здесь парочку. Можно сделать там внутри. Я бы сделал и там, и там. Почему? То есть одна внутри, выдвижная, под фен, например, вынул, у тебя сразу фен включен. А работает? А вторую розетку я бы сделал здесь. Это на случай там электробритвы, если у тебя она чисто сетевая, ну или плойку там еще вставить. Зубную щетку, да. И, ну, здесь как бы есть минус. Вот здесь вот расстояние от источника воды до розетки должно быть метр. Но все на это первое плевали, второе можно поставить тоже ПГшку и ничего страшного не случится. Давай тогда здесь сделаем. Нет, у тебя синяя должна быть. Это розетка? Это розетка, да. А еще разочек, у нас же здесь должно быть всякое там мыло, 4 зубные щетки, зубная паста. Здесь розеточка, а здесь, пожалуйста, 2 стаканчика ставь. Тоники, крема. Тоники все убрать надо. А у нас здесь уже фены всякие. И тоники тоже здесь. Почему? Вверху-то оно нормально, там оно идет, у меня даже ящик на 2 разделен, с одной стороны фен, с другой идут эти. Нет, здесь мыло и щетки, вот, здесь розетка, если электрические щетки рядом с розеткой стоят, все остальное здесь, не надо ничего вынимать. Вот, тихонечку лезет. Так, все, окей, санузел сделали. Так, что нам нужно в тамбуре? Шкаф? Сразу, в этом шкафу хранится у нас верхняя одежда. Обувь. Пылесос. Так, пылесос. Гладилка.
например, зимняя одежда, которая долгосрочное хранение наверху. У нас здесь электросчетчик. Блин, у нас еще коллектор теплого пола. А он под котлом будет у нас. Его вообще как радиатор сделали. Я, кстати, заходила в АК 74, наш четырехкомнатный. И у них прямо в коридорчике тоже в этом белом ящичке. Здесь коллектор теплого пола. Вообще нормально. Блин, я возьму не этот. А, еще гидроаккумулятор. Черт. Пускай гидроаккумулятор в тамбуре ставит тоже. Сейчас мы туда все вставим. Гидроакку плюс коллектор ТП. Пуфик нужно, да, чтобы сидеть. Антресоль. А? Ключи ну, куда это кидать? Вот ключница антресоль как раз будет. Зеркало. Зеркало-то можно, там 40 шкафов сделать. Блин, я бы сделал. Ну, давай сейчас посмотрим. Всякие ящики, шапки. Шапки, шарфы. Подок от собаки, обувь. Собачья шмотка. А, уже есть обувь есть. А в которой только пришли? В которой только пришли, но должна быть, да, еще вот эта вот обувница. И видеодомофон. Плюс сига. Итак, поехали. Шкаф. Вот. Так, у нас 2 метра, с одной стороны 750, с другой пока маленечко, прям 120. Ну, с другой стороны проход. Угу. Итак, у нас 2 метра, шкаф у нас 600. Ну, во-первых, у нас есть гидроаккумулятор и коллектор теплого пола, во-первых. И это уже очень плохо, потому что они нахера места занимают. То есть много. Сколько нам нужно места под шкаф? На семью из 4 человек 5 метров. Максимально сколько останется после того, как поставим гидроаккумулятор? На гидроаккумулятор 400 миллиметров. Ну и вот одна секция выпадает просто. А, окей. Тогда пусть будет гидроаккумулятор здесь. Мы что, тоже чем-нибудь можем по нему? А мы на него можем. То есть если мы вот этот шкаф нарисуем, мы его можем прямо в потолок сделать. Причем. Да. Ну, внизу гребенка, над ним гидроаккумулятор. Или гидроаккумулятор всегда внизу тоже? А, гребенку сверху сделаем, потому что, да, гидроаккумулятор надо будет подкачивать потом, там сосочек сверху будет неудобно. То есть, вот наш гидроаккумулятор стоит, условно, и вот как раз коллектора теплого пола могут быть сверху. То есть, вдруг получается, будет тоже наш. Да, ничего страшного, нормально. Здесь что, открываем шкаф, здесь огромная, этот, огромный рейл под всю семью. Здесь, во-первых, сразу доска кладем. Узкий шкаф под кладение доску, вот этот вот. Я не стала шкаф, потому что это еще съедает место, и даже элементарно, когда я поменяла пылесос, у меня тоже была прям отдельная ниша под гладильную доску с пылесосом. Гладилка? Я поняла, что у меня уже пылесос... У меня там сейчас хранится стремянка, чтобы лампочку менять. Смотри, гладилку и стремянку можно гидроаккумулятору подселить. То есть у нас получается здесь... Условно 4 секции, если здесь 2 метра, то у нас 4 по 500. Вот. Учитывая, что гидроаккумулятор он все-таки меньше, чем 400 в диаметре, то здесь влезет и гладилка, и стремянка. А вот, не, пылесос сюда вот тоже не влезет. Ручной. И швабра в том числе, потому что стремянку не каждый день пользуешься. Но вот пылесос ручной сюда не влезет. Ну, пылесос может быть здесь, так? Шкаф, я опять же предлагаю делать не купешный, а они жрут место, шкаф будет раскидной, то есть у нас две створки открываются сюда, две створки, ну а створки могут как хотим открываться. Здесь может висеть пылесос. Окей. А кто у нас здесь еще нужен? Или стоять внизу, если холодно. Или стоять внизу, если вы купили этот желтый керхер. Хор, а что у нас здесь еще может быть? Да все, собственно говоря. Ну, это типа такая техническая секция без одежды, да? Mm-hmm. А у нас еще что-то нужно было хранить, такое техническое? Так, без одежды. Можно хранить здесь несезонные, ну да, не сетки, можно не сезонные. Шапки, варежки. Зимой тут кепки, лапки. Здесь у нас еще электрощиток. Ну вот, решили. Электрощиток, здесь у нас роутер висит рядышком. Норм. Мы просто метровую зону, вот эту вот, мы ее под техничку. Под техничку. А вот это верхний еще у нас получается,
здесь елка и прочее, то есть ее когда собрали, надо класть здесь. А этот ящик, это высота уже за 2 метра, то есть вот, в него один раз залезть. Сезонная обувь. Сезонка-то вот сюда можно как раз тоже. Здесь елка, игрушки под елкой, а еще всякие эти, на Пасху всякие, подставочки под елкой. Это у тебя такие сезонные празднички, на каждый праздник свой дизайн. Видеодомофон и обувница. Заходим, ну видеодомофон вот здесь вот, я так предполагаю. Я думаю, вот на той же, где розетка, над ней. Ой, над выключателем. А они здесь как раз. Вот он выключатель. Вот тут же они у нас, вот тут. Ну, у нас здесь дверь сейчас. Она переехала, то есть теперь ну, выключатель здесь, выключатель, вот он, стрелка, так, куда она, короче, вот это она, и на ней видеодомофон, этого нет больше, ее больше нет. Это шкаф, мы перенесли, мы отзеркали ее. У нас только с одной стороны ниша. Ну окей, заходим в видеодомофон, здесь же у нас узкая антресоль, очень похожа на то, что мы сделали в А90. Узкая антресоль, на дне зеркало для красоты. Здесь у нас пуф. Мы можем не узкую сделать, мы там можем сделать ее с двумя ящичками, чтобы было больше. У нас нет места для прохода. Там вот 10 сантиметров. Высоту. А, высоту. Да, окей. Под ней у тебя будет обувница для срочной обуви. Да. Присесть есть где. И здесь у нас остается как раз-таки половина шкафа, метр под одежду. Снизу обувь. У нас ставится тоже обувь, в два ряда обувница. Сверху сезонка, обувь у нас ставится также еще здесь. И шкаф у нас имеет зеркала. И, наверное, он их имеет вот по этой площади. Mm-hmm. Прям большие, мы сделаем до потолка. Нормально, когда только в серединке зеркало? Ну, здесь микрозеркало будет небольшое. Mm. Что говоришь точно? А нормально, когда только в серединке зеркало? Это не... Это модно? Не в серединке у нас будет тут и тут, должна, а? Она должна быть до этого. До потолка? Да. Но не на всех секциях? На двух. Ну, можно на всех сделать. Ну, можно вообще просто сбоку. Вот здесь сделать зеркала, здесь... Мне просто кажется, что в серединке так себе, надо искать. Ну, если бы делал я бы вообще все бахнул. Ну, вот, тебе да. Нужно краешек куда-то встать, чтобы посмотреть. А краешек поближе к выходу. Давай вот так вот. Это все одно зеркало. Давай. У тебя и тамбур больше, и светлее, и прям. Да. Есть и видимо. Ну, главное, собственно, будет, они... Ну, да. Есть кому мыть, да. Женщины у нас есть. Же посуда моя помощь. Джон ненавистник, как называется. Мы свои права тоже. Кстати, посмотрите графики. Очень большая западная дата. Графики из 75-го года. Уровень части отдельно мужчин, отдельно женщин. Уровень части людей, уровень части женатых. Корреляция от образования. И вот, например, график женщины-мужчин. То есть какой? Вот график, да? Вот это вот мужчина, это женщина. Вот у мужчины он вот такой вот был. Вот такой, из 2005-го, вот он сюда, и чуть-чуть сейчас вот имеет. Вот 2005-й был год, ну, здесь 75-й, там, здесь 2005-й. Здесь интернет появился в кармане, то есть стали меньше общаться и стали более несчастные. Ну, и, в общем, у людей такой. А вот у женщины график счастья вот такой вот, 75-го. То есть они падают, то есть чем больше они получают прав, тем они менее счастливыми себя чувствуют. Так, мы это вырежем. Мне кажется, это он рисовал эту статистику. Поэтому женщины должны мыть посуду, протирать зеркала. Ладно, я шучу, это нет. Это, естественно, общая повестка. Вот так вот, когда появились посудомойки, суши. Да здесь права женские появились. Ну, собственно, все. Не, это шутки, естественно. Это все шутки, но просто доля правды. У них существует небольшая. Вот. Но факт, он остается тем, что 20-й год и здесь, он у всех грустный. А это все потому, что мало общаемся. Все, слишком много, контента, слишком много всего. Ну, знаешь, вот здесь-то был 18-й, и здесь еще все были дома не заперты. И, собственно, может, если в 18-м посмотреть, тоже все не сильно изменилось. Так, что, мы сегодня финалимся? Да, пока вы меня не уничтожили втроем здесь, за мои шутки.
Все, ребят, прощаться не будем, мы так долго видео снимаем. Продолжим в следующий раз. Всех обнял, поцеловал, всем пока-пока. Не забудьте поделиться этим видео с бабушками, дедушками, женами. Чтобы они все ненавидели меня. Чтобы они с бабушками, женами, тетями, подругами, сестрами. Чтобы нас было больше. Все.